Старый добрый советский музыкальный мюзикл режиссера Константина Брумбера «Чародей» 1982 года. И прекрасные советские актеры Александра Яковлева, Александр Абдулов, Екатерина Васильева, Валентин Гафт, Семен Фарада, Валерий Золотухин, Эммануэль Виторган, Михаил Светин, Роман Филиппов, Анна Ашимова и другие прекрасные актеры. Константин Брумберг подарил нам прекрасные приключения электроника. Ералаш. Премьера в мире состоялась 31 декабря, да, прям под Новый год сразу, 1982 года. Мы еще были совсем маленькие, когда смотрели «Чародеи». Ну, это уже, наверное, было все-таки в 90-х. Но, тем не менее, даже сейчас, пересматривая его перед Новым годом, настроение повышается. Новогодняя сказка о том, что настоящая любовь может творить чудеса. В институте «Ну и ну». Перевод. Научно-универсальный институт необыкновенных услуг. Кипит бурная работа по изготовлению волшебной палочки. Там такая волшебная палочка, большой карандаш. Презентация изобретения намечена на 31 декабря. Новогодний вечер, но тут в дело вступают противники директора института, преследуя, я бы даже добавил, свои корыстные цели. Прекрасная актерская игра. Это 8 баллов наших советских актеров. К сожалению, уже очень многих нет с нами, но истории фильмов мы вспоминаем с удовольствием. Эти истории новогодние, и это прекрасно. 2 часа 27 минут пролетают, как эти 3 белых коня. А прекрасные саундтреки, ну, если можно так выразиться, к этому советскому фильму, да? Прекрасная музыка дополняет этот фильм. На то он и музыкальный. Прекрасная музыка, прекрасные песни и фильм. Посмотрите его сразу же. С удовольствием, прямо перед Новым годом. С наступающим, это Грет. Поставьте лайки, подписывайтесь на Грет Ревью в Яндекс.Зен. И welcome back.